Восьмилетний нижнекамец Рома Акулов у Деда Мороза просит не компьютеры и игрушки, а всего лишь футболку и куртку. А еще руки. Мальчик инвалид с рождения, живет в детском доме. Несмотря на то, что маленький, не хочет быть в тягость. Потому просит придумать и сшить для него одежду, которую мог бы надевать сам. Получился ангелочек? Вырезать фигурки из бумаги у Ромы пока получается с трудом. Писать и рисовать он уже научился, так что с ножницами, уверен, со временем тоже сладит. В детском доме мальчик воспитывается с рождения. У него много друзей и большие успехи в учебе. Одноклассникам он помогает в математике, а они помогают ему одеваться. Я хочу научиться футболку одевать, штаны одевать. Делать даже такие простые вещи Рома не может, поэтому он просит телезрителей с фантазией и умелыми руками придумать и сшить ему одежду. В магазинах подобрать для него ничего не могут. Он нуждается еще дополнительно в специальной одежде, то есть в силу своих нарушений двигательных. Обычная одежда для обычных детей ему не идет, ну не подходит. Или это липучки, скорее всего, вместо пуговиц. Но с пуговками он тоже владеет. То есть только единственное, что вот как нам, мы с две руки можем свести, а ему вот это вот трудно. Значит, это или должны быть липучки, но замок, наверное, тоже тяжело. Значит, скорее всего, это все на липучках одежда. Когда вырастет, Роман хочет стать полицейским. Громко заявляет, что хочет ловить преступников и тихонько шепчет, что больше этого мечтает носить красивую форму с погонами. Надеется обнаружить ее в мешке Деда Мороза. Впрочем, заветное желание у него одно – на всю жизнь. Больше всего, вот что бы тебе хотелось? Что у меня большие руки были. Все, кто хочет помочь Роману, могут звонить в Нижнекамский детский дом. Код города 835, телефон 392540. Или в нашу редакцию в Казани. Код 843, телефон 554-3031. Дарья Турцева, Мария Матвеева и Ильдус Салаватуллин. Вести Татарстан, Нижнекамск.